Всем привет, дорогие зрители! Нашел виллу Каркаджаке 3 плюс 1, 300 квадратных метров жилая площадь. Называется вилла Триплекс. Быстренько ее отсниму. Здесь вот такая открытая парковка этой виллы. Расстояние до моря максимум 1350 метров до воды. Здесь садовник вырезает кусты. Так. Здесь у нас первый этаж. Вот такая комнатка на первом этаже. Просторная. Можно даже разделить, сделать 1 плюс 1, двухкомнатную. Тут установить санузел. Подвести трубы, будет вам гостевая комната или там можно даже сдавать в аренду. Вот такая просторная комната. Эта вилла продается по очень хорошей цене. Таунхаус. Здесь у нас бассейн. В одном вилле два соседа. Айдат тут годовой 7000 лир. В месяц приблизительно 600 лир. Здесь детский бассейн. Так, вид на горы, на природу. Вот здесь душевая часть. Там у нас зона барбекю. Такие помидоры. Одну съем. Такой сад. Виноград. Вот у нас зона барбекю. Также можете установить у себя. Извиняюсь. Я проголодался. Так. Вкусное яблоко. Вот здесь вход в эту виллу. Это первый этаж. С левой стороны у нас санузел. Душевой кабинки нету. Вот такая просторная гостиная, совмещенная с кухней. Присутствует камин. Вид с этого окна. Здесь немножко видно море. С этой стороны горы и банановые плантации. А здесь также можно отделить кухню. Но я думаю, что не стоит. Вот такая кухня. Квартира продается с бытовой техникой. Бытовая техника фирмы Siemens полностью. Ремонт требуется косметический. Где-то 1000 евро обойдется на полный ремонт. Здесь вот такая открытая терраса, как бы балкон. Вот такой вид. Море отсюда я вижу. Здесь у нас балкон. Терраса продолжается, такая просторная. Вот вид на горы, на люкс-проект Gold City. Поднимемся на верхний этаж. Такая прихожая тут. С правой стороны от меня санузел просторный. Есть джакузи, есть душевая кабинка. Так как внизу не было душевой кабинки, хозяин квартиры вот сделал вот так. Нужно убрать полностью квартиру. Везде грязь. Вот наша спальня просторная. Вид с окна.
Здесь будет строиться проект, новый исламский проект, который называется Экофэмили. Кому интересно, обращайтесь, поможем с покупкой, там, кто хочет инвестировать именно на котловане. Здесь выход на террасу, наша хозяйская спальня просторная. Такая просторная спальня. И наша терраса здесь. Нижняя терраса была побольше, это поменьше. Вот вид на море немножко, на соседнее здание. И здесь у нас будет новый проект из двух блоков. За 12 месяцев уже построят и сдадут в эксплуатацию. Хочу подвести итог о этой вилле, таунхаус. Двухуровневая, 3 плюс 1, 300 квадратных метров. Участок 350 квадратных метров. Расстояние до моря 1350 метров максимум до воды. Рядом присутствуют маркеты. На главной трассе Кыркыджака есть магазин «Мигржет». Также там торговый центр откроется. Здесь до дороги 100 метров главной, которая едет в сторону вилл Кыркыджака. Значит, сказал я, что 300 квадратных метров. Квартира продается в таком состоянии. Нужно купить мебель, обставить ее. Обойдется где-то 3600-7000 евро, в зависимости от вашего вкуса, какой дизайн, какой интерьер вы будете предпочитать. Проекту 12 лет. Цена этой квартиры 102 тысяч евро. Все, с вами был Агасий, Солнечное Алания. Всем пока-пока. Я съем яблоко.